Всем привет, вы на канале Хрикерин. И в прошлом видео мы соединяли йод и гидроксид натрия. В ходе реакции получился у нас гипоиодид натрия, и это является самим метанолом. Чтобы это доказать, вот то, что у нас получилось в прошлом видео, мы подпалим его. И как видим, оно очень хорошо горит. Метанол используется при различных реакциях как катализатор, либо же в органичном синтезе. Ну, не советую проводить эту реакцию долго, поскольку сейчас будет плавиться пластик. Пойду. Вы были на канале Хрикерин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.